Влам готовится отметить один из главных в обители праздников – День Сергия и Германа Влаамских, покровителей монастыря. На остров еще накануне вечером прибыл патриарх московский всея Руси Кирилл. Перед праздничными богослужениями они намечены на 6 часов вечера – заседание попечительского совета по восстановлению монастыря. Что обсуждают представители церкви и благотворители, мы узнаем у Елены Снитовской. Она сейчас работает на Влааме. Елена, здравствуйте, вам слово. Алексей, здравствуйте. Да, действительно, как раз в эти минуты работает попечительский совет по восстановлению Влаамского монастыря. И благотворители, и представители церкви собрались в братской трапезной, обсуждают, что уже на острове сделано и что еще предстоит сделать. Патриарх Кирилл открыл заседание и поблагодарил всех за участие в восстановлении монастыря. Монастырь, который является действительно жемчужиной всего православного, даже можно шире сказать, всего христианского мира, монастырь на глазах меняется, и каждый мой приезд, к сожалению, единый в год, дает мне возможность видеть это положительное развитие. На заседании говорилось также о конкретных объектах, на которых ведется работа. В частности, это реставрация фасадов Спасо-Преображенского собора. Его буквально разбирают по кирпичикам. Старые, вручную сделанные монахами уже более 100 лет назад, но они уже буквально рассыпаются, поэтому их меняют на новые. Я насчитал 11 модификаций кирпича на храме здесь. Они изготавливали здесь, на своем заводе здесь, на местном, на Влаамском. Кроме того, в ближайших планах привести в порядок зимнюю гостиницу. Это то самое здание, где в советское время располагался интернат для инвалидов. А также разобрать старые сараи за работным домом и старым зданием пожарного депо. А, кстати, в самом старом депо устроят монастырский гараж. Ну а что касается пожарных, для них уже построили новое современное здание, официальное открытие которого уже менее чем через 2 часа. Но вчера уже прошло освещение этого помещения, так что МЧС уже вовсю работают, служат как раз в новом здании. Алексей. Спасибо. На прямой связи с Влаамом была Елена Снитовская.